Опыт получается, смехота вот такая вот. Да, Лёвочка, я с тобой разговариваю, а ты присыпаешь. Да. Юра, говори, ну, говори, давай что-нибудь. А потом еще Аня-Гуси у бабуси. Все, да? Да не буди же. Живи у бабуси. Да не надо, не надо. Не надо, Оксана. Ну хорошо, да, а то у него и мы же. Вот как бы вот. Думали и думали, да, что... Да, да, ходили, ходили. Лёвушка моя, давай назад теперь, давай. Вот Лёва вырастет, он будет модником у нас, под разговор Лёва у нас засыпает лучше всего. Он только вот слушает, глаза раскрывает и Лев, понимает, давай еще раз то, что... Лёва, да. Сейчас все мы уснём, что-то надо ещё понять. Давай без назад. Разговора. Давай назад, Кися, давай назад. Нет, он требует, чтобы разговор был. Он без разговора не хочет. Не убаюкивается. Водки. А я не знаю. А Лёва на поколение девушек будет, да. Ходите же, ходить вообще в купальне тогда. И еще же обещают потепление глобальное. А в чем еще ходить, Лёвочка? Только в этом, в купальниках. Вот, вот Лёва заснула, теперь будет спать и видеть, как ходит кто-то в купальниках. Кися.